Можайское шоссе и центральные улицы города Одинцова два раза в год, весной и осенью, тщательно моют. 19 октября местные дороги были обработаны моющим средством «Чистодор». Это средство позволит удалить все загрязнения с автомобильных дорог, мазут, бензин, отработанные следы шин для улучшения качества работы зимних реагентов. Следует заметить, что шампунь, который использовали при обработке дорог, экологически безопасный. В его составе поверхностно-активные вещества с антистатическими и бактерицидными добавками со 100% биоразлагаемостью. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».